О, о, нифига себе. Подсек, багор надо, блин. Давай, багор. Хорошо. Привет, дорогие друзья. Наконец-то мы собрались на очередную рыбалку. Сегодня воскресенье, 20 марта. Погода минус 10, но светит солнце. Вот сейчас я переобулся. Положили ящики, буры. Всю хрень собрали. В общем, печечку взяли. Будем опять готовить что-нибудь вкусное. Так что, поехали. Увидимся на водоеме. Ну, в общем, вот мы приехали. Нашли место. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Случились опять кое-какие трудности. Мы не купили мотыля. И неизвестно, как нам предстоит эта рыбная ловля без мотыля. Вот, пустые баночки. Ладно, сейчас пойдем. На шарик будем ловить. Пойдем на лед. Сейчас я пробурю, покажу, какая толщина льда 20 марта. Вот. Опарыш очень меленький, совсем меленький. Сейчас надо почистить этим. Никто не чистит никогда. Чистит этот ящик. Где глубина большая, 8-10 метров. А эту рыбу пугаешь, она будет что ли тебя клевать. Но зато лунка приятная. О. Ветер оттуда же так вот надо садиться. Ну я так и сел. Все, вот оно. Вот. Лед в общем сантиметров 20, а то и 30. Но лед толстый. У нас тут вот много рыбаков. Там вот какие-то рыбки уже есть. Это у нас диалоги о рыбалке. Вот. Плотва. А? Как вам ловится, скажите, пожалуйста? Отлично. Не клюет ничего. Ну пока только начали. Только начали, да. Все еще впереди. В общем, погода опять невезучая. Ну конечно, утром было минус 12, а сейчас плюс 3. Такой перепад. И брать она не хочет. Может, к вечеру чуть выйдет. И погода. Там вот прям солнце, и вот видать, наверное, эти тучи какие. А, ну вон тучи какие черные. О! Апокалипсис опять близится. Они передавали снег, это как солнце светит-то. Короче, у тебя две поклевки только было, да? Да, только две поклевки. Ни черта, больше ничего. И мотыля нету, вот это тоже. Это тоже беда. А я там пробую и на блесну одновременно, и на опарыш, короче, на все сразу. Ну вот, если уж у мастеров не ловится, да чего уж от меня-то хотеть. Ну зато получаем удовольствие, загораем, бурим лед, разминаем руки, ноги. Ага. Ладно. В общем, пока тишина. Да. Сейчас к 2 часам приготовим еду, и она на запах придет. Ага. Может быть и придет. Вот местности. Рыба ушла на дальние кордоны. А у вас как? Мы снимаем вот прямой репортаж. Откуда? А? Откуда прямой репортаж? С Коростова. С Дубков. Вот одна мелочь.
Пока ничего весомого ни у кого нет. Наверное, погода не такая. Или давление, да? Нет, давление хорошее. Просто морозец. Неустойчивый, да, вроде как бы. То тепло, то это всю неделю опять потепление. Ладно, пойдем дальше. Вон к тому другу, вон к тому другу. А у него что там, ловится? Ловит, да. Пока тишина, чуть-чуть, была поклевочка, но я там возился с другой удочкой, вот, и, блин, руки вот так подмерзают, солнце ушло, и руки начинают подмерзать, о, тихо, где-то вот примерно сантиметров 10 от дна, она так это, все туда вон убежали от меня. Поставлю. Так. Сейчас я поставил где-то вот столько вот сантиметров у меня от дна. Раз, два, три. А так вот сидишь еще, лед. Лед это прям вот я сидел, прям лед трещит. Там... О, кто-то звонит. Ладно. Рыбаки. Вон рыба даже живая. Передайте привет. Отцу он, браконьеру, как приехал, рыбу перестал клевать. Испугался, вся убежала. Почему не должна? Ну как вот, ты видишь, как она будет ловить? Вот, а у нас тут рыбацкая кухня. А что, как вот? Мороз минус 14. Серж Маркович. Серж, это... Ну-ка, технология... А, вора. Ну, а я с двух одну сделал. А что технологии? Это вот была с электрической, это я ее, чтоб на поддон, как она пошла. А ты же на земле будешь, да? Конечно, я буду от электрики. Но банан это на десерт. Нет, я не знаю, что у нас грамотная рыбалка. И с бананами. Вот рядом тут. Снасти заряжены. Я вот перчатки одел, у меня руки подмерзли. Это не нужно. Так, не знаю как. Ну солнце, я думаю, нормально, солнце сзади. Таблеток, видишь, нет. Да мне не валяйте, я тебе где-то посмотрю. Мне. Да там, я вот тут раз... Спайкат. Ну вот они спайкайте, они, да. Что, тут раз две хватило даже это. Ну да. Поставить. А сколько у нас? Много? Три. Жарёхи-то. А чё жарёхи-то? Чё, я буду тебе 10 раз тут, что ли, готовить? Сейчас... Ну давай две, чтоб сразу уж это сейчас. О, а спичка? Нет, ты, наверное, лучше подготовь сначала. Там. Чё я подготовь, ты мне путаешь? Коль, у тебя нет спичек? Есть. Не, ладно, сейчас вот, она должна так нам загореть сейчас. Я на рыбалку беру спичку. Да я его тоже беру. На, там где-то у меня пошло. А. Ну, пошло. Пошла возьми. А та вторая пошла? Или не пошла? Что она есть потуху. На, если попал. Ну там есть такие, эти военные. Ага.
Ветер откуда? Ветер оттуда вроде, в городу-то. Над этим кремнем, как там выживальщики поджигают. Ага. Так мы будем до утра. Горит, нет? Не. А тут ветер что-то забывает. Да ветра вообще нет уже. Сейчас нормально. Что-то не горит. Как быстро замерзает. Чем пилу достанем, вон дров сколько, блин. Пошли. Да вроде. Блин, помеж палки намоталась. О. А ты где такой подсмотрел? Кого? Да это у меня еще было с 80-х годов, мы когда ездили, тогда с Давыд все время брат. Горит, не вижу, нет? Горит, горит. Сейчас, если зашкварчит, значит горит. Что зашкварчит? Что положим, зашкварчит? О! О, запах уже лук пошел. Может, это с голодухи, я уже проголодался на этом. На свежем воздухе. Так, мусорить не будем, в пакет потом уберем. Нифига не шкварчит. А, вон тает. О, пошел, пошел, сейчас. Блин, надо притащить это на берег. Чего? Вот это. Как его? Шмель. Что хоть? Ты хоть пользовался им когда-нибудь? Ну как, у меня двухкомфорочный. Шмель? Есть. Вон Женька в командировку в Питер. Такой? У меня двухкомфорочный, он, это, он в Питер брал. На бензине же, да? Бензин. Ну да, они, говорят, взрываются, я поэтому... Я и прям в кабине на нем жарил. В кабине на нем жарил, я ему давал. Да? Только он коптит, ну, это... Его надо так... А так он нормально, не знаю. А почему, в чем взорвется? Без говоря. Ну как лампа паяльная, Коль, такая система. Чесночок пошел в ход. Чуть слаб, тут раз это быстрее разогрело. Ну а потому что, наверное, это, они же в гараже лежали и, мне кажется, они отсырели. Кто? Эти таблетки. В тот раз тоже они в машине валялись. Чем мне нравится, она камера и на солнце хорошо снимает. То есть нет такого, как в фотоаппарате. Да время-то уже половина второго, я что-то смотрел, но нифига тут. Я на рыбалке время летит, не заметил. Да. О, шкварчит. Вчера Наташа дала хвостов этих. Винта, что ли, не знаю. Я ему отварил барсик, он целый вот такой зеленый это съел. Пришел, пожрал, блин, и ушел. И собаке сварил. Тоже сперва не ел, а потом смотрю, съел. Барсик, он, наверное, там все подряд, да, жрет? Барсик, не знаю, я об него споткнулся, расшибешься. Это я таков нашел. А если бы он дома был, он, наверное, черепаху бы съел, да? Еры покварим. Мышей же он жрет ведь. Ага, жрет он сейчас мышей. Поперва, знаешь, как ел, они пришли. Да, блин, да, ел мышей. Танька меня чуть не заболевала прям. Волосатая, жирная. Он как стал ее там, аж хвост торчит. Он, о, блин, его то гладил на руках. Иди отсюда. Иди отсюда, говорит, нахрен его. Нам пофиг, мы под еду можем и про мышей, и про котов. Сейчас Сарик с двух сторон чуть-чуть это потопить. Ну что, давай тогда мой стол достать. Да подожди ты тут. Твое сало. Что ты что-то плохо греет? Нормально идет. Он как тогда жарили, мишку туда накидал, да? Да, ее все потом не развернешь, все это. У кого что было, все туда сгрузили там. Ой, блин. Чуть не упало. А то я в перчатках выскользнуть могла. И сардельки туда. Ну тогда какую камеру, Соньку. Пришли. А ну когда таксовал, предложили за 5 косарей. Там целый. А где, ну? Все с коробкой, да? Да, целый арсенал. Не знаю, я побоялся. Че? Ну а че, воровные ее как найдут, что ли? Это ж не телефон. Да нет, ну иначе. Ну потому что стояли. Ну, это на она слабенькая. Месте. Мы уже. А, то есть телефон, узнали, конечно. Он когда таксовал-то? Да.
И это, Коль, а вот тогда свадьбу-то возил. А сейчас этот, что, ездит? Где машинка вот эта здоровая? Да нет. Как это? Продали ее? Пошла колбаса нет. Дальше в ход. Нет. Так и ездит, что? Ну, или некоторые что? Продали, некоторые... Нет, ну тогда же она была, это вот Серега ездил, ты, я помню. Вот это блюдо будет называться рыбацкий это, бульбаш. Там, гараж. Вот сейчас осталось 35-й инфинити. 56-я какая-то вот инфинити, длинная, 16 метров она. Потом черный, это Линкольн, белый остался Линкольн. Еще какой-то это... У меня вот там валяется сделали. Удочка. Главное, рыбаки не валяются. Рыбаки не... Сейчас рыбаки еще... Ты не снимай, мы сейчас Серега из ящика достанем бутылку и сигаря. А эти яйца вареные? Какие вареные? А, сейчас туда их, да? Ну что, давай, что, доставать ничего, нет? Коль, подожди, что, ты видишь, вот она больше не влезет. Я взял, хватит поесть там, что ты. Сейчас поедем, да домой поедем. Там главное, вот процесс. На свежем воздухе, выходной. Сейчас чуть-чуть подшкварчит вот она. Ну да. Чтоб это. И что ты туда достанешь, сосиски? Это. И масло положил этот раз. Тут раз на одном сале была, она подгорела. Я взял сейчас масло. Надо это, палку, монопод такую, как это, раз и... А, ну вон, давайте его срубим. Вот это? Привяжем. Дубок. Селфи. Селфи-палка, да, такая. Ну, кого такой нет уже и не будет. Так, может прикрыть чуть-чуть, что-то на это? Блин, вчера был у Кирюхи, штатив забыл, он мне штатив обещал дать. Чтоб это? Да и она там сварится так. Не сварить, так вот, банки готовы. Ну, удобная штука. Удобно, на машине тем более, говорю, вот втроем, говорю, блин, горячая. Тут говорю, вот. Это сейчас вот что так морозное, а то мороз 15, это все колбаса, как он говорит, сало не грызется, яйцо и твареный бум, об ящик не разобьешь. Это раз и горяченькое, как хорошо. Ну да. Так что. Мужики сказать, чем пахнет? Сейчас пусть подтянут. Да что, пусть идут. Положки горячего. А что сейчас со всех с ящиков? Надо большую такую корыто, да, прям у всех с ящиков. Большой, как Мишка сказал, кто вот что взял? Вот, говорит, 8-литровые. Кто что взял, прям все туда навалили, сколько, поели. Ездили на этим, на Урале. О, нифига, вот, смотри, как разгорел. Смотри, огонь, да, разгорел. Ветер оттуда поддувает. Нормально. Что, еще пусть поджарится или это, заливать яйцами? Да я фиг узнаю. Да я тоже, что, мне я жареный. Я хоть сейчас так съем, я уже есть хочу. А хлеб-то есть у нас? И он белый, мать, положил. Ну давай, заливай. Лук, конечно, посильнее бы поджарить. Ну посильнее, он кое-где уже подгорает. Ну, просто сейчас может таблетки прогореть вот и все. Сало бросит мое туда. Коль, вон есть там сало, ее потом она... Я опять три взял. Че ее потом? Сало можно бросить. Ну аж ему хочется бросить. Она, видишь, надо с этой, как сказать-то... Мало площадь-то, чтобы вот все, это не сковорода же. Я фичу знать. Главное, чтобы погрелось ее, может прям битком да. Загрузил, закрыл и все. А я у тебя видел под паяльную лампу сделанную. Да, 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 да. И а все, погрелась она и нормально. Тоже. Вот такую штуку бы сделать бы. Говорит. Надо как это упростить никому. Все, заряжаю. Только что нету, опять соль. Блин, соль в машине нет. Да соль, цал, соленая. Угу. Так. Экологически чисто. Давай я. Крупный план. Чтоб передать это. Атмосферу. Это камера, она снимает просто. Ой-ой. Говёно. И теперь бултыхай их там. Ну, чтоб яйца растеклись. Ты как Мишка сказал, чтобы растеточные были? Ну а как без этого? Да их так и надо, их прям перемешивай там со всей фигней. Вот. Я сейчас закрою. Это... Да закрывай, пусть варится. Ну и все, теперь перемешиваем. Ждем 5-6 минут. Зелени сейчас, конечно, нету. Была бы зелень, добавить бы да еще. Да вон соломы. Украсим. Добавляем. Перемешиваем. Главный ужин. Как говорил... Вот, точно, главный ужин. Ну как, в передаче они ходят друг к другу. Сейчас тут поедим, потом пойдем к тем. У них там, чем они нас будут угощать, развлекать. Ну, что, вот те. В общем, ждем 5 минут, потом будем дегустировать. Запись пошла.
Ну что вам сказать, а? Не-не, это самый важный момент. Вот он термос. У меня такой же деревня, я с таким держу. Я разбил один, да, самый а хороший. Я первый пробую. А эти они ничего не держат. Вот они, чуть-чуть это хрень. Да? А у меня у самого, вон, Женька не даст, вот точно такой. Да, да, синий, да. Зеленый, один остался. Нормально. Я в нем иногда запариваю это. Да ешь ты пока горячий, потом ты развернешь. Сейчас остынет и все. На черный хлеб. Я белый беру обычно на рыбалку. Мороженое. На, у меня есть. А вилка одна, да? Ну еще в машине две, я не знаю. Да ешьте, господи, я звоню. У меня знаешь, какая вилка, Коль? Метровая. Я сразу достал на свечах и ели. Сидим, едим. А зачем за столом? Через копейки. А. Я говорю, раз, говорю, подай там огуречек, там что-то закусить, подай. Потом говорю, ну вас занять, пошел в машине, взял такой. Они сидят, я вот такой вот, пум. Они, я говорю, это у меня такая, и у жены, говорю, такая вилка. Он лежит, неохота сейчас идти уже поднимать, надо сразу. Ну на. Вкус получился совсем другой, не как в прошлый раз. Сейчас лучше? Не знаю, я не помню. Ну что ты говоришь, не как в прошлый раз? Ну там были сардельки. Ну вот, я говорю, надо было сосиски, чтобы покрасить. У нас есть колбаса. Простая колбаса конская. Чуть. В тот раз был сало у Мишки деревец. Что ты думаешь, она уже холодная? Это, ну, свое сало такое, прям, значит, черное, красивое, как назвать его. Ну, попробуй сейчас сало сложить. Ты вот это ешь, сейчас застынет, потом ее не отскребешь от этой-то. Сало-то она потом, ты с ней ничего не будет, а вот это хрень. Ешь, ешь. Жень, ты ешь, ешь. Да ты ешь, мы поедим, что-то. Сейчас надоест нам, сядем, заведем да поедем. Нам что, кого ждать что-нибудь? А ему кого ждать? Ну, вон, братвы-то сколько. А, это вот двое? У нас семь. Семеро. Семеро? Да. И все в одной машине? Люблю я на природе поесть. Что-нибудь такое. А дома эта хрень покажется невкусной. Вот только что говорю. Что у меня когда это, у меня столик раскладной, кресло, а так вот ну, зимой на коленках тогда. Это сам солил или покупное? Сам солил, банк. С рассолом? Да. У меня так знакомый соль, тоже с рассолом. Да. Я правда не помню вкус. Ну, хлеб. Ну надо уже ее пожарить было надо. Ну что ж ты не дал, блин? Я же тебе сказал. Ага. Вы вот эту ешь, я потом как мыть-то буду есть. Тут тот раз остался и... Жень, ты ешь, что снимать, я вам не помню. Да я-то ем. А ты еще, по-моему, не брал. Нет, я брал, брал. Суть-то в чем, что холодное застынет и все, угу. И потом так же будешь это, не будет интереса там. Блин. Сейчас бы еще шашлыка бы. Да, шашлыка тоже неплохо. А что там, он, там так мангал стоит с лета? Ну, одноразовый, они оставили. Сколько, там их два стояли. Два, да. А тормоза вот эти хорошие, сейчас нет тогда. У меня... Я учусь, сурвал, один я. Вот прям точно. Вот а у нас такой же есть вроде. Ну вот я тебе говорю, точь-точь, прям и цвет такой же, говорю, все. А маленький еще вот такой, я еще... Нет, это пол-литровый, а тот... Прямо чуть-чуть вот поменьше и поуже. Мне еще в поход давали его. Леша, сколько поколотил-то, блин, вот осталось. Вот, и у меня тоже вот я он. Я вот оставил его там в клепе, в общем, чтобы его не возить с собой, говорю. Сейчас я все, вкус, мы будем есть. Что ешь, сейчас останется, говорю, как всегда. Не, я сейчас доем. Доешь? Вам в тот раз вы тоже говорите, доем, и я ее, блин, как начал скрябать это. Вот у нас как все это выглядит со стороны, я сейчас покажу. Можно, вот, считай, вот сколько можно вот так вот по-риску вот, набухать. Это вот 3 яйца, а яиц 6 можно смело. И за 3 пускай. Да. Так вот вся наша сабантуй. А вот я еще хотел ящик посмотреть, там он с термометром с каким-то. О. Это сколько сейчас на улице, да? Хотя нет, что ж не может сейчас быть плюс 12, сейчас минус. Ешь, пока теплый.
Да все, иду я есть. Иду. И что, тут вот первые рыбки. Блин, я на телефон там жму как-то, сука. А, я же отключил эту блокировку автоматическую. Вот он у меня сам там и пиликает. О, все. На, что-то поменял насадку? Что значит поели? И рыбу захотела. На шарик это уже не на опарыша, да? Вот их было, их тут две. А там в середине, блин, там глубина вообще нормальная. Я мотал эту. А там, там метров шесть. Мормышка легковата, да, туда надо там. Да я опять к берегу сейчас перебрался. Ну вот, уже повеселей. Барсику на один зуб. Только момент самого выловки очень сложно ловить. Это надо на штатив ставить камеру, чтобы она прям стояла. И прям все подряд снимала. И хрен знает сколько аккумуляторов с собой. Да. И памяти, чтобы она прям все записывала, а потом уже вырезать. Вот так они и делают. Ну это надо... Но мы же не профессиональная фотостудия, мы... Надо и лунки кормить. У нас рыбацкие приключения, а не поучительная какая-то рыбалка. Правильно? Мы же никого не учим, как ловить. Как там, что еще делать. Мы просто ловим. Вот так и все. Отдыхаем. Отдыхаем хорошо душой и телом. Надо идти дальше. Ну давай. А я пошел в свояси, а ты куда? В маяси? А? Гриша прятал, вот здесь. Ты прятал? Ну а кто же, вон, видишь, кресты нарисовал. Ну. Ты хитрый рыбак. А у тебя какая-то вольфрамовая там. Шарик там. Что за шарик? Ну шарик медный просто, шарик. Сейчас время 2:30, я посмотрел. А у меня и здесь вот часы есть. Ладно. О, здесь поглубже. А то батарейки половина вот сейчас осталась. Хотя, в принципе, снял. Нет, нифига. Сейчас. То ли уже аккумулятор старый, либо... Поставь, сейчас поедем, посмотрим, как окар разлилась. Да, еще посмотрим, что поснимать. Аку и все дела. Ну вот, по чуть-чуть. Это уже не ловля пустоты. Вторая часть. Вот. Так вот у нас картина такая тут. Красотень на природе. Вообще класс, воскресенье. Отличный день для проведения его на природе. Так, вот рыбаки сходят. Пока... Наверное, рыба много тащит, блин. Подожди, я тогда достану, плотву поймал. Покажу. Еле прет, посмотри. Крупную поймал. Ты снимаешь? Нет. О, да? Ну включай. Ну я вам коль снимаю. Вон включай, коль какой. У меня уйдет она. Дубль 5. Поехали. Так, что тут у Женьки-то? Ну-ка. Вон, смотри, стражок согнул как. Ну-ка. О, о, нифига себе. Багор дать? Подсек. Багор надо, блин. Давай багор. Хорошо, блин. Плотва-то. Вот так, ребята, надо ловить. Ясно. Крупна, блин. Ой, одна и все. Туда, назад опять пробежал. Вот все рыбаки. А это одна крупненькая, да? Крупненькая. Вон, здоровые. Здоровые. А, один друг играет. А что, дожег у меня один? Ну-ка тут что? Ну, один на кусочек более-менее попался. А это... Ну что, нормально. Как вам в целом рыбалка? Что скажете?
Ну, зато свежий воздух, да? Во, это верно. Природа. Главное участие. Логично. Так что все нормально. Ну не зря. Поклевку видели, рыбу видели. Погода хорошая. Вот немножко закраила, она повеселее будет. И... Все. Ну что, дорогие друзья, мы ведем репортаж с открытой Оки. Лед вскрылся. Ветер очень сильный. До разлива еще чуть-чуть. То ли будет, то ли ты нет. Так мотаешь, не мотай так сильно. Короче, какие итоги нашей рыбалки? Рыба там есть. Ловить надо уметь. Вот. Погода сегодня не рыбная была. Когда я ездил, все время погода не рыбная. Это к этому уже пора привыкнуть и смириться с этим. Но я не унываю. Мне пофиг. Я доволен. Так что... Когда-то она попадется. Так что не падайте духом. Всем пока. И вот Ока под конец. Вот она. По стене все как будто бы во сне. Кажется мне, я все уже видел. Безошибочно назад. Но зачем мне этот взгляд? Ведь я же говорю, я его уже видел. Снова в голове слышу голоса и гул колес. Может, это ты преследуешь меня, ты это брось, 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 ты брось, брось свои крылья, брось, если на вопрос ты не можешь ответить, брось, это не всерьез, и без лишних пост, ни одна ты на свете, но за тобой, я бегу за тобой. Скажешь слово, я пойму, но слышу только болтовню, сочетание фраз нелепых, бесполезных. Образ твой передо мной стал как будто бы живой, но я ему не верю, безмятежный. Снова в голове слышу голоса и гул колес.